Здравствуйте! С вами Лара Шум. Сегодня интересная тема медитации – непринятие себя, своих поступков. В жизни мы часто ругаем и обесцениваем себя, самого главного человека в своей жизни. Мы можем позволить назвать себя каким-нибудь нехорошим словом, заявить самому себе, что у меня ничего не получается. И у вас действительно ничего не будет получаться, потому что вашими мыслями вы обесцениваете себя. И эта медитация направлена на то, чтобы мы смогли справляться с нашими негативными мыслями по отношению к самому себе. Эту простую медитацию необходимо делать, как только у вас начинается негатив по отношению к себе. Как только вы начинаете обесценивать себя, ругать, не доверять себе, сделайте эту медитацию и поменяйте негативное мышление на позитивное. А теперь мы удобно садимся или ложимся. Если вы едете за рулем, остановитесь. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Вы не можете простить себя, потому что сделали какой-то необдуманный поступок в жизни, и он повесил на вас чувство вины, негатива, которое остается в вашем теле. И тем самым энергетический поток загрязняется. Он не проходит через ваше тело. Наша задача осознать и понять, что надо прощать себя, потому что таким образом вы отпускаете застоявшуюся энергию негатива, обиды, чувства вины. Человек, которому нужно прощение, это вы. Сейчас, благодаря нашему воображению, мы совершим неизведанное. Представьте человека, которого вы цените и уважаете, с которым вы боитесь испортить отношения. Если такой человек есть в вашем окружении, возьмите его. Если нет, нарисуйте этого суперчеловека в своем воображении. Нарисовали? Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы про себя будете на них отвечать. Станете ли вы критиковать его желания, его отношения, чувства, эмоции? Нет, конечно. Будете ли придираться к его внешности? Вряд ли. Начнете ли обвинять его в том, что у него есть проблемы? Опять нет. Наоборот, когда речь идет о том, кого любите, вы придумаете 500 оправданий его действиям. А теперь поймите, что этот значимый для вас человек – это вы сами. А сейчас мы берем вашу последнюю негативную ситуацию. Вспомните ее. Теперь определите, в каком участке вашего тела находится эта ситуация, где она живет. Попутешествуйте по своему телу. Нашли, зафиксировали и запомнили, где она есть. Теперь скажем про себя. Я прощаю себя и принимаю эту ситуацию такой, какой она произошла. Сейчас вам предоставили своего собственного адвоката, который защитит вас и оправдает. Этим адвокатом будете вы сами. Оправдайте себя в этой ситуации, найдите положительные моменты этой ситуации и защитите себя. Я даю вам время.
пришло время улыбнуться. Настроение поднялось, и вот это состояние мы заносим в ту точку нашего тела, где жила наша неприятность. Тем самым мы заменяем негативное состояние на позитивное. Закрепим наше позитивное состояние тем, что вы сейчас произнесете вслух 5 самых хороших слов о себе. Найдите их. Вы молодцы. Теперь каждый день находим и произносим 5 самых милых, ласковых, радостных слов про себя. Произносите эти слова вслух. Пусть весь мир слышит, какой вы бесценный, идеальный человек во Вселенной. Возвращайтесь к этой медитации, когда надо выселить из своего тела плохие мысли. Главное, чтобы вам было хорошо в процессе, а результат рано или поздно придет. У каждого своя скорость. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Когда будете готовы, открывайте глаза.